Здравствуйте. Рулинское МВД. Почему не остановились? Очень приятно. Она и... тоже. Почему не останавливаетесь? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте. Соответствие с пунктом 20. Документы ваши, пожалуйста. Соответствие с пунктом 22 185 регламента. Как подается сигнал об остановке? Вы при этом стоите за непосредственно фурой. Здравствуйте. Знакомые лица. Может, и знакомые, но да. Я не припоминаю. А в связи с чем необходим вам документ на данное транспортное средство? Водитель? Да. Согласно правилам дорожного движения, вы обязаны предоставить, передать водительское удостоверение документы регистрационные на автомобиль. Вы отказываетесь? В рамках чего? Вы обязаны передавать по правилам дорожного движения, по административному кодексу, безо всяких рамок. Вам рамки чего-то нужны? А можно ваше удостоверение в соответствии с пунктом 2.4 правил дорожного движения Российской Федерации? Значит, видеокамеру, пожалуйста, включить? Да. Пожалуйста, вот мое удостоверение. Старший лейтенант полиции Сухарев Роман Сергеевич. Роман Сергеевич, вам необходимы документы в соответствии с пунктом 2.1.1 правил дорожного движения Российской Федерации для проверки, правильно? Совершенно. Согласно 185 регламента от 2 марта 2009 года, проверка на право управления документом осуществляется на стационарных постах. Вне населенных пунктов в городе осуществляется. Это... Все мобильные наряды являются стационарными. Закреплено... Ваши документы, пожалуйста, предъявите. Это закреплено в 63-м пункте. Значит, если вы сейчас отказываетесь передать, к вам будет применена физическая сила, и, соответственно, уже будет другой разговор с вами в другом правовом поле. Предоставьте ваши документы, водительское свидетельство о регистрации. То есть вы ко мне сейчас будете применять физическую силу? Совершенно верно. Если я вам не предоставлю документы на транспортное средство? Совершенно верно. Это будет законное действие? Совершенно верно. Вы человек закон, вы должны знать, что такое закон и как его выполнять. И со своей стороны, пожалуйста, предоставьте ваши документы. Я только вам по законодательному полю. Совершенно верно. Тем не менее, любое ограничение прав гражданина, значит, в рамках, должно быть в рамках на основании контртеррористической операции, да, которая у нас проводится, неизвестно, не прекращаясь. Да. Совершенно верно, вам известно. Да. Пожалуйста, передайте документы, иначе как мы будем расценивать как неповиновение. 19.3, часть 1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Это прерогатива мирового суда. Вы только составляете материал. Документы передадите? Подождите минутку. Обязательно. Вы меня выслушайте, пожалуйста. Значит быть, когда проверка у нас осуществляется на право управления транспортным средством, только на основании документа федерального, ваше внегласное указание вашего руководителя и приказа, на основании которого вы руководствуетесь, он не может противоречить федеральному закону номер 3 и моим конституционным правам. Я и вы это прекрасно знаете. Документы передадите? Для обозрения я вам готов предоставить. Что? Для обозрения я готов предоставить, но в то же время я хочу законности. Уже вот в этом же разрезе ваши коллеги из других районов проверяли документы в отсутствие документа, свидетельствующего о том или ином мероприятии профилактическом. В связи с чем в отношении ряда должностных лиц ведется Следственным комитетом проверка, поскольку это трактуется как превышение должностных полномочий. Когда сотрудник полиции ссылается на мероприятие, но не предоставляет гражданину документы, понимаете? Вы можете позвонить в РУВД и узнать. Я уже устал всем говорить и отправлять запросы. И тем не менее, никаким нормативно-правовым актом не регламентировано. Как я к вам обращаться? Вы не дадите какого-то вашего водительского удостоверения? Денис Геннадьевич, у меня фамилия Таташвили. Мы с вами встречались уже на обводном канале. Я с вами не встречался. Если бы я с вами встречался, я бы вам уже, наверное, уже это память на лица, на фамилии и на даты. У вас, может быть, кто-то похож на меня? Нет. Мы с вами не общались. С Гомельского района. Не встречались. Так вот, зовут меня Денис Геннадьевич, фамилия Таташвили. Тем не менее, я... Мы встретились с вами, но закон о полиции, федеральный номер 3, 9 статья, регламентирует, что мы взаимодействуем. Так вот, я все-таки довожу до вашего сведения, что любое ограничение прав гражданина возможно только на основании и в порядке, установленном федеральным законом. Часть 2, статьи 6 указанного закона. Потому что ваши документы... Подождите. Ваши требования должны быть законными. Я хочу быстрее закончить с вами. Вы, по-моему, адекватны. Вы, по-моему, слышите меня. Я хочу закончить с вами общение. Дайте мне ваши документы, пожалуйста. Я посмотрю их, и мы с вами простимся. И я не хочу с вами прощаться, вот честно. Не хотите прощаться? Не хочу. Тогда посмотрите, что у вас сзади с фонарем творится. Почему он уже дымится у вас?
каким фонарем? С каким фонарем? С правым? Да вы что? Ясно. Но это провокация выйти. Почему? Почему провокация выйти? Я вас, если не надо, я вас попрошу выйти. Хотите? Давайте вот сюда выйдете. Я даже ничего не скрываю. Я когда надо выхожу и без видеозаписи общаюсь. Я не чураюсь. Мне скрывать нечего. Я законопослушный гражданин. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы действовали только в рамках законодательства. Давайте вы выйдете. Я вам два слова буквально скажу. Сядьте ко мне в машину. Без записи. Без камеры. Не, ваша машина, не дай бог, что-то там. Нет, ничего не будет. Я записи не веду, когда у меня личное общение с сотрудниками полиции. Я просто хочу вот сейчас сказать два слова. Выключите запись, я вам скажу, как бы. Дай бог, чтобы вас не коснулось, когда вам понадобится наша помощь. Такое же отношение будет к вам. Мне... Когда вы предъявите документы тогда. Они у меня есть. Так все, вы их предъявите, да и все. Вопросы-то какие-то. Когда, вот объясняю просто, чтобы прописные истины. Правила дорожного движения. Водитель обязан иметь при себе и потребовать сотрудника полиции передать для проверки. 2.1.1. ПДД РФ. Для проверки. Совершенно верно. Согласно 185-го регламента 2 марта 2009 года. Вас не касается 185-й регламент. Это регламент наш, внутренний. Я это тоже наш... могу руководствоваться. Нет, не можете. Да. Он для внутреннего пользования, документ для внутреннего пользования. Он не для вас. Для вас вот все остальное. А это не для вас. Послушайте, это мой приказ. Послушайте, у вас и 186-й. А тем не менее, любое ограничение прав гражданина должно быть на основании, в порядке, может быть, ваши ограничено права на основании. Ничем не ограничиваются. Вам подали сигнал. Статья. Вам подрочили об остановке, остановитесь. В соответствии с 22-м пунктом того же регламента, который вам известен, остановка транспортным средством сотрудникам полиции осуществляется ясно, четко, с указанием жезлом, какое место конкретно. Вы стояли вместе, на том месте, где автомобиль ваш не виден, вас не видно. Вы видели? Сотрудник, ваш коллега подошел без формы, вы в форменной одежде, соблюдаете 185-й регламент. Потому что он сотрудник полиции. ППС, потому что совместно экипаж по заслону, который работает. Да, неизвестно. Когда сотрудник, он понимает, он слышит, что оказывается-то руководитель ему сказал, он в голове прокручивает, а закон-то и те указания, которые он мне дает, останавливать белый Мерседес, он оказывается противоречит федеральному закону. То есть я подпадаю под удар, а зачем мне это надо? То есть если мы сейчас будем углубляться, тем не менее. Сотрудники адекватны на самом деле. Просто малолетки, которые насмотрелись каналов Ютуба, верхушек нахватались и провоцируют вас. А у вас тут тяжелая служба. Тоже нервов не хватает на всех. Дай бог, чтобы не пришлось опять к нашей помощи прибегать. Да. Ну это мы сейчас углубимся на софистику, а не на закон. Тем не менее. До свидания. Всего доброго, до свидания. Нормально, адекватная инспекция. Слышишь?